Всех приветствую, уважаемые зрители и подписчики канала Люксталь. Это видео будет посвящено одному очень интересному устройству. Устройству для непрерывного контроля крепости водно-спиртовой смеси. Ну а в простонародье оно называется попугай. Каждый, наверное, кто гнал самогон, он непременно сталкивался с такой вот проблемой, как узнать, какова крепость выходимого продукта. Конечно, есть специальный прибор для этого, который называется спиртомер или ареометр. Вот. Он как раз и служит для измерения крепости напитка. Вот. Я пользуюсь в работе комплектом ареометров ASP3. Вот они, которые имеют различную градацию, значит, от 0 до 40 градусов, от 40 до 70 и от 70 до 100. Очень качественные, очень удобные ареометры. Но в процессе перегона пользоваться вот этими ареометрами не очень-то удобно. Приходится использовать специальные мерные цилиндры. У меня вот такой вот на 100 мл стеклянные. Они бывают и пластиковые, стеклянные, разного калибра, так скажем. Вот. Приходится постоянно подставлять этот цилиндр, наполнять его, опускать туда ареометр и, соответственно, из этого смотреть, какова же спиртозность выходимого продукта. Потом, через какой-то промежуток времени, это все приходится повторять, что, согласитесь, не очень удобно. И вот как раз для решения этой проблемы придумали устройство «Попугай». Данное устройство я заказал в компании «Люксталь». Внешний вид этой конструкции выглядит вот как надежный, то есть очень устойчивый. Сделан он из нержавейки, все хорошо сварено, каждый шовчик ровненький, ничто нигде, так скажем, не выпирает, все шовчики гладенькие. Вот. Как мы видим, устройство этот попугай, оно состоит из двух трубок. Одна вот эта тоненькая трубка и вторая чуть потолще. Они между собой сообщаются. Значит, в одну трубку, вот эту тонкую, из перегонного куба поступает наш продукт. Он по нему и наполняет более толстую трубку. А в эту уже трубку мы берем и опускаем ареометр. Эта трубка, когда наполняется, ареометр всплывает, и весь наш самогон вытекает вот в эту более широкую воронку и по отводу попадает уже в приемную емкость. Что позволяет в режиме реального времени отследить крепость напитка.
уважаемые друзья, пришло время сделать некоторые выводы по поводу данного устройства. Я бы сказал, что это очень удобное, качественное и, что немаловажно, практичная и недорогая вещь. Она помогает, конечно, упрощает процесс контроля крепости при перегонке. Я бы рекомендовал это устройство как начинающим винокурам, так и винокурам со стажем. Некоторые, конечно, недооценивают сей девайс, но я лично однозначно рекомендую к приобретению, к использованию этого устройства. Вот. Тем более, что цена на него, я считаю, что более чем адекватная. И еще немаловажную вещь хотел отметить, то, что попугай необходим также и при повторной перегонке спирта сердцем, так как он помогает определить границу между телом и хвостовой фракцией. Но об этом я расскажу в следующем видео. А на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал Люксталь. Ставим пальцы либо так, либо так. До встречи!